5 человек погибли в ДТП под Одессой. Еще один чудом выжил. Авария произошла на трассе Одесса-Мелитополь между Николаевом и Южной Пальмирой. Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, вылетел на обочину, перевернулся, а после врезался в дерево. В этот момент внутри находились шестеро. Все молодые мужчины из Киева, возрастом от 24 до 28 лет. Совершено прокидывание с последующим наездом на дерево автомобиля Opel Vectra, в результате чего 5 человек скончались на месте происшествия, 1 человек доставлен в областную больницу. По предварительной информации ГАИ, причиной ДТП стало превышение скорости водителя мобиля. Точнее, разобраться в деталях аварии поможет госпитализированный пассажир, если выживет. Его состояние врачи оценивают как очень тяжелое.